Центр Севастополя будут ремонтировать с учетом печального опыта подпорных стен в районе улицы Советской. Временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев потребовал бережнее относиться к историческим объектам при реставрации. Такую задачу он поставил главе департамента городского хозяйства на заседании местного правительства в четверг. С учетом подхода к работе в историческом центре, все эти проекты, если они в том виде, какие были вот по Петру и Павлу, то лучше их вообще не начинать в этом году. Спокойно доработать проекты и потом аккуратно это все показать, провести общественное слушание, как мы это обсуждаем. Предлагается поддержать. Это же касается и всех остальных там чудес, подпорных стенок там и прочего. В положительный пример Михаил Развожаев привел реконструкцию моста через Суходол по улице Пожарова. Вот сделали один раз, уже более-менее получилось на Пожарова, когда реставрировали мост. Вот. Там получилось, укрепили нормальной бутовой кладкой, там, или аутентичным камнем, все восстановили. Глава города поручил провести дополнительные обследования подпорной стены возле школы номер 3, прежде чем начинать укреплять ее. Проведите там дополнительное обследование, ничего там начинать не надо, в таком виде особенно. Я знаю, что там есть директор школы, обращалась, что там есть аварийный участок, который там, так сказать, вызывает обеспокоенность. Но проведите обследование, если делать, то аккуратно. Разбирается действующая кладка, потом делается усилительная конструкция, потом это складывается обратно из того же самого материала, чтобы не изменить внешний облик города. Там и так уже понаделали других стенок. То мрамор, то звездка, то не понять что. Давайте по историческому центру аккуратно, по всем общественным пространствам.